Максим, с победой, знаковой победой, долго к этому шли. Большое спасибо, хочу поздравить ребят, во-первых, с победой, с уверенной игрой. Мы давно не могли обыграть «Спартак» в Москве. Считаю, что это было сегодня закономерно. Мы все два тайма владели преимуществом, создали больше голевых моментов. Жалко, что не смогли забить еще, но, в принципе, 1-0 нас все устраивает. Игра какой из линий команды сегодня тренеров больше всего порадовала? Знаете, радовало то, что практически мы играли без ошибок все два тайма. Допустили во втором тайме уже после замены одну ошибку, когда «Спартак» нас простил, мог сравнивать счет. А так, в принципе, и защитники, и полузащитники, и вся линия атаки сыграла очень качественно, особенно в прессинге. Этот гол, который принес успех, Нури Гаджиев забил со штрафного, это плод работы на тренировках? Будем надеяться, что это наконец-таки сработало. Мы много работали над штрафными. Скажу так, что все ребята немножко прибавили. Наконец-таки мы давно не смогли забивать голы со штрафных. Но сегодня сработало. Я думаю, что это, конечно, плод нашей работы. Насколько важна такая победа вот на старте весенней части чемпионата именно в эмоциональном плане? Я думаю, конечно, важна. На все 100%. Ребята очень хотели. Видно было уже на сборах, что огромное желание. Они товарищеские игры товарищескими играми, но официально это самое основное соревнование. Я надеюсь, что сегодня игра показала, что мы были лучше во всех планах, чем команда «Спартак».